1 мая 45 года. Рано утром на командный пункт 8-й гвардейской армии был доставлен начальник генерального штаба вермахта генерал Крепс. Он заявил, что уполномочен вести переговоры о перемирии. Но Сталин распорядился, никаких переговоров о перемирии советское командование вести не будет, только безоговорочная капитуляция. Гитлеровцам был поставлен ультиматум: если до 10 часов утра это условие не будет выполнено, то советские войска нанесут новый удар. Не получив ответа, в 10 часов Красная Армия открыла ураганный огонь по остаткам обороны в центре Берлина. Штурм продолжался до позднего вечера. До победы оставалось 8 дней.